Шалом, Хаверим. Да, у нас есть у нас гости. Вот вижу, да. Вижу, есть новые люди, кто первый раз у нас. О, вот вижу, руками машут. Мы приветствуем вас в общине Ор ха-Машиах, да, где евреи и неевреи собираются вместе для того, чтобы слышать голос Божий. Я когда готовился к этой проповеди, это было нечто. Знайте, что если вы хотите о чем-то говорить или что-то делать, как бы, вы в этом обязательно будете испытаны. Вот о чем будете говорить, в этом и будете испытаны. Вот что хотите делать или ну, намечаете, в этом будете. Так говорит Писание. И я вчера уехал раньше домой. Ребятам сказал, я поехал, мне надо готовиться. Приехал, света нету. Зарядки забыл здесь. Короче... Темень, все эти гаджеты, там эти лампочки посадились, ну, сели. Короче, до вечера я блуждал по этой квартире, как бы, повел собаку, выгулял, думал, вечером включат. Обычно там вечером включают, хотя бы на несколько часов. Нет, свет не дали. Я лег, повключал везде свет, что если ночью включат свет, я быстро вскочу и буду готовиться. Просыпаюсь, свет горит. Я схватил планшет, прибежал на кухню, только сел, выключили свет. Пошел, опять лег. И так было три раза. Действительно, я потом уже... Знаете, как в Писании там, встал я там на первую стражу, да, услышать, что скажет мне Бог. Вот и я встал уже в полчетвертого и уже больше не ложился. Хорошо, что у меня были, ну, я за всю неделю просто места Писания заготавливал, и я их накидал, я быстро их рассортировал и... набрал. И вы знаете, проповедь моя будет именно об этом. В четверг, ну вот мы общались по зуму с нашими пастырями, да, и они там участвовали в конференции, где собрались почти со всего, или со всего мира, не знаю, служителя мессианские. И определяли как бы стратегию там на год и на будущее. И вот Валентин Романович и Татьяна Михайловна, они говорили, что особенное место там уделялось, говорили о одной из тем, которая поднималась, это сверхъестественное действие Бога. Сверхъестественное действие Бога в собрании, где мы собираемся, или вне собрания, когда мы взаимодействуем как тело. То есть выполняя определенную работу или здесь, или же вне собрания, где-то на миссиях, вот как и в различных служениях. И сверхъестественное действие Бога в жизни каждого верующего – это как повседневное хождение с Богом, то есть свидетельство, которое происходит. Но это как две стороны, знаете. И я сегодня затрону первую сторону – это сверхъестественное действие Бога вот в собрании, да, буду об этом мы будем говорить. И
и взаимодействия как тело. И это будет продолжением той, той серии проповедей, которая вот там мы «Кто я?», ой, «Кто ты?», «Кто я?» и «Кто мы?», да? Я проповедовал о том, «Кто ты?», а Владик проповедовал о том, «Кто я?», да? А Вася уже Василий, брат Василий, он проповедовал о том, кто мы. Если я буду немного тормозить, потому что я всю ночь не спал, поэтому сюда ехал. Ой. Давайте обратимся к Писанию. Я бы не хотел упоминать это место, вот именно это место из Писания. Но, как говорят, из песни слов не выбросишь. Иеремия 48, 10 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». И также мы можем вспомнить места из Нового Завета или Брит Хадаша. Это Матфея, 24 глава, 45-47 стих. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». И второе место Писания – это Колоссянам 3 глава, 23-25 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Машиеху, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». На каком бы месте и в каком бы ранге ты ни служил, у Бога нет лицеприятия. Он смотрит на всех одинаково. Он смотрит на то, как мы относимся к тому, что нам доверено. И, в принципе, я это послание назвал так: «Приготовьте мне место». Ну, не мне лично. Хотя спасибо. Вам нравится? Сегодня хорошее было прославление. Я думаю, они приготовили место, да? Давайте поблагодарим их, наших служителей, левитов наших. И я думаю, что и даже вот песни все были так подобраны, и все, ну, оно меня настраивало. Не знаю, как вас, но меня настраивало. И прежде чем я начну говорить об этом, я хотел бы, то есть из своей жизни, из своего опыта, одну историю тоже рассказать. Опять история. Она может быть не такая яркая, как прошлое, там, о журналисте, который там спрашивал всех. Но она очень поучительная. Еще в самом начале своего пути, как вот служителя, и я попал в прославление, да, и у нас была огромная церковь, это была харизматическая церковь, большое служение. На собраниях, на воскресных собиралось, ну вот зал на 1800 мест, он был забит, люди стояли, сидели на проходах, стояли в коридорах. Если ты вовремя не приходил, уже в зал ты попасть не мог. К началу собрания там уже не было места просто.
И плюс еще было несколько дочерних церквей по городу. И, в общем, на центральном собрании собиралось где-то от 2000 до 2500 человек. И у нас была такая захудаленькая аппаратура. То есть, ну, вот такие приблизительно колоночки. А там зал амфитеатром, он поднимается, еще балкон сверху. Ну, инструменты, это вспомнить и это плакать. Вот как при освящении храма, когда Ездра восстанавливал, в книге Ездра описано, и там говорится, когда они освящали храм, да, то те старики, которые видели славу предыдущего храма, они плакали, как бы. Вот и мне сейчас, я когда смотрю на это все, мне хочется плакать, когда я вот видел вот то есть наоборот немножко. И пришло время, мы как-то собрались с группой прославления, и я говорю, позвал наших инженеров, операторов, и говорю, ребята, давайте вот напишем список, вот что нам нужно. Вот что нам нужно? Какое оборудование нам нужно? Вот вы знаете, вы видите, вот что бы вы хотели иметь? И мы написали список, помолились за него и приблизительно даже определили цену, которую там, сколько нам денег нужно на это. И отдали это Господу. Где-то через год я уехал в Киев, и произошла такая история. Директор одного из крупных обогатительных комбинатов в Кривом Роге, он, у него сын, он был зависимый, наркоман, ну, от наркотиков. И он попросил, встретился с нашим пастырем и попросил его взять его в реп-центр. И он спрашивает, что вам нужно? Ну, тут раз списочек ему. И что вы думаете? Они купили все по списку. Все, вот что было, как бы написано, они купили. То есть, как собрание, как община, как церковь, она не потратила ни копейки на это. Как бы. Прошло время. И где-то года через два я приехал, уже вот мы с Настей приехали, у меня уже Маргарита родилась, и мы как-то летом приехали к родителям в гости, и я пошел в собрание. И я, честно говоря, ужаснулся, потому что из всего того, что было дано, просто-напрочь ничего не оставилось, не осталось. Я спрашиваю, а где это? Они говорят, украли. А где то? Там все сгорело. Короче, все, что они получили вот от Господа, все разрушено. Полная разруха. И это как бы предыстория, которая она поучительная об отношении вообще к служению. Потому что моя проповедь, она будет как бы продолжением. Я, ну, в той проповеди я говорил о том, ну, что Бог призывает вас, да, призывает, и вы должны определиться, кто вы в Господе, как, найти себя. Найти свое служение, свое призвание. И это, то есть призвание, да, это хорошо, вы нашли, и что с этим делать? Теперь его надо применять. И вот сегодня мы будем говорить об отношении к этому призванию. И в частности, к тому, что доверяет Бог. Давайте начнем вот с того, что я вначале говорил. Кто хочет видеть чудеса Божьи?
Поднимите руки. Смотрите, все, почти все, ну все. Я думаю, даже те, кто не подняли, они не против, по крайней мере. Ведь чудеса Божьи – это то, что сопровождается славой, Его особенным присутствием, Его особенным проявлением, да? То есть мы не так много слышим свидетельств. И нам нужно говорить об этих, ну, нужно готовить, ну, не умаляйте дел Божьих. Если у вас есть свидетельство, подходите к служителям, говорите, и, может быть, в собрании или в конце собрания или в начале вас вызовут для того, чтобы, потому что есть очень много. Я в жизни своей, вот христианской очень много был, ну, видел свидетельств. Я ездил с такими евангелистами, как Дэвид Хасавей, а он вообще движется в исцелениях. И я видел, как Бог поднимал людей с колясок, как исцелял людей, как уходили опухоли, как люди, у которых отморожены ноги были, они не ходили много лет. Они срывались с коляски и плясали по сцене. Это было, по-моему, или в Красноперекопске, это мы по Крыму ездили. Да, человек зимой, ну, был выпивший, замерз, отморозили ноги ему, ну, они у него не действовали, одни сохранились, но не действовали фактически. Ну, много таких свидетельств, ну, и много и в нашей общине мы видели свидетельств. И вот мы хотим все видеть, но с чего, как? Как, ну, как Бог действует вообще? Мы что, это от нас зависит или не от нас? Или это суверенная воля Божия? Он просто ходит и действует, и все. Исаия, 40 глава, всем известный стих, 3 и 5 стих. Исаия 40, да. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези, да, Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И что дальше написано? «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть». Спасение Божье, ибо уста Господни изрекли это. То есть, приготовьте путь. Это Бог обращается к нам. Приготовьте путь. Или приготовьте место. Может, в этом заключается тайна Его действия. Чаще всего, вот с чем я сталкивался, это происходит так. Хочешь служить Господу? Хочу. Бери вот это служение. Беру. Что делать? И ты ходишь, постоянно показываешь, что делать. И так проходят месяцы, года. А может и десятилетия, и ты все время ходишь и показываешь, что делать. Особенно вот здесь, вот. Здесь много всяких штучек, и их надо запомнить, в этом надо, этому надо учиться. И есть вот верные люди, но они верные остаются вот до конца. Но они необучаемы. Я помню, как-то на одном из ретритов Яндер Хардер
или Джандер Хардер, я не, ну, не знаю, как про Ян, он Ян, да. Замечательный служитель, мне он так нравился по существу все время. И он сказал такие слова: из верного человека Бог может сделать способного, но из способного не всегда может сделать верного. И вернемся, давайте опять к Матфею, 24 глава. Кто же верный и благоразумный? Правда, да? То есть уточнение такое. Кто же верный и благоразумный? То есть Бог поручает вам какое-то служение, или ну, вы движетесь в своем призвании, Он ожидает от вас, что вы будете выполнять какую-то работу, и Он ожидает, что вы будете проявлять благоразумие в этом. То есть это, с другой стороны, это инициатива, это вы будете расти в этом, вы будете обучаться в этом. Ему не надо постоянно вас будет, ну, это, как сказать, подстегивать, да, то есть, как это слово раньше было, вот, я его постоянно забываю. Когда горят вот что-то делать, постоянно я его забываю. Я всегда хочу его, ну, вспомнить, и оно у меня постоянно... Нет, не инициатива, а вот... А? Мотивация. А? Ну, страсть, может быть, да. Ну ладно, это, ну, вот вы видите, вы подсказываете, да, то есть какими надо быть для Господа? Мотивированными, инициативными, страстными, то есть, а? Да, да, да. И Он ожидает от нас этого. И в Писании мы много видим, много мест, как, что если Бог посылает, Он снаряжает. Давайте вспомним Ноя. Он дал ему откровение, да, он ему сказал делать определенные вещи, но и несмотря на все обстоятельства делал, и что, о чудо! Может быть, это не такое чудо, не... Но, тем не менее, это сверхбыло естественное действие Божие. Но и спасся, когда был потоп. Да? Не хотелось бы называть это чудом, но это было сверхъестественное действие Божие. Да? Был потоп, все утонули, а Ной со своей семьей спасся, еще прихватил с собой каждой твари по паре. Да? Спасибо ему, да. А иначе Господу пришлось бы все по новой делать. Как. Представляете, да? Ему опять садиться, усыплять Ноя, его семью, и творить опять что-то там, этих животных, да, создавать. Ну, по крайней мере, хотя бы животных. Дальше вспомним Моше, строительство шатра. Он ему в деталях все рассказал. И говорит: я дам тебе людей искусных. И что там? Там еще говорится о том, что я наделю их мудростью для выполнения работ этих. То есть Моше нужно было прийти, просто сказать: вот это и это надо сделать. Он ему указал определенного человека: ты будешь делать это, ты будешь делать это. И ему не надо было стоять над этим ювелиром, когда он там
точил этих архангелов на крышке ковчега, да? То есть, и стоять и говорит: нет, ты не так делаешь. Он сказал, он рассказал, как, что показал ему Бог, и дальше искусные люди, они занимались и делали это все. И делали это хорошо. Вспомним Иосифа в Египте, его правление. Правда, да? Он его Бог его предупредил, да? И Иосиф это использовал. Во благо людям, во благо своему народу. Какие еще мы можем вспомнить примеры? Ну, по крайней мере, достаточно, да? Ну, достаточно или еще вспоминать? Вспоминать там Гидеона, да, когда он ему рассказывал, как отбирать воинов, потом что с ними делать, да, то есть, ну, везде Бог, когда посылает, Давида, когда его отец отправлял к Саулу, он говорит, там сказано, он снарядил, он дал ему хлеб, осла дал, да, и вина дал. То есть он его снарядил транспортом, снарядил словом и снарядил духом. Ну, часто эти аналогии проводят. Да, хлеб, вино – это как слово и действие Духа Святого. Лука, 22 глава. Ну, вы думаете, что только это в Ветхом Завете? Или никто так не думает? Это работало. Лука, 22 глава, 8-14 стих. «И послал Иешуа Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: и вот вы при входе в ваш город встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой... где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, и сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Представьте себе, вы идете, вам вот пастор, ну, раввин, да, наш говорит: вот пойдите вот там на улице, вы встретите человека с сумкой или с чемоданом, идите за ним, он приведет вас в дом, зайдете, скажете: раввин сказал приготовить здесь место, завтра будет здесь седер. Реакция этого человека: ну, во-первых, пойдете ли вы? Это раз. А во-вторых, реакция этого человека. Но это работает. Это работает. И мы учимся послушанию Богу. На протяжении всей своей жизни, как в Господе, мы учимся слышать Его голос. Не только сверхъестественный, где-то там, вот как Павел слышал, да? Я могу сказать, что я тоже слышал. Меня так Бог привел сюда, в эту общину. Я стоял, помню, мы служили, я стоял на служении. Ну, мы ездили на Востоке, это было в Краматорске. Я стою на служении, привез ребят, они вышли там, ну, на сцене, а я водителем ездил. Я стою в зале, и Бог, и во время служения я слышу голос: будешь служить евреям. Я такой обернулся, рядом никого нет.
Ну, едем мы. Не, я первый раз ничего не говорю. Через месяц приезжаем в ту же церковь. Опять идет служение. Я опять стою в зале. Была еще конференция, там Глеб Спиваков и... забыл, как этого бизнесмена там с Белоруссии, знаменитого, как бы тоже христианского. Они там учили на эту тему. И я стою, и я слышу, опять Господь говорит: будешь служить евреям. И я уже еду с ребятами назад, уже мы в Киев возвращались. Я говорю: слушайте, вот такая и такая тема. Уже второй раз, как бы. Они: все хорошо, давай помолимся. Помолились, и все, и забыли. И буквально через... Это было весной, а осенью я уже был в Одессе. Вот я съездил в тур с Дэвидом Хасавеем по Крыму, евангелизационный, приехал в Киев, собрал вещи и уехал в Одессу. Никто меня сюда не звал, я приехал, чемоданчик, там сумочка небольшая, гитарка, приехал, пришел, а мы перед этим служили в общине на Рош Хашана, нас приглашали. И пришел просто в общину и все. Нет, и Бог все устроил, вы представляете, Бог все устроил, Бог обеспечивал жильем, Бог поддерживал. Я никогда не нуждался в куске хлеба, я всегда, мне люди предоставили жилье бесплатно, я даже не платил за него. Просто там жил еще один инвалид, и я просто присматривал за ним, иногда готовил пищу, даже продукты покупали. Так что мне не надо было тратиться. Может, мы... не видим такого явного Божьего присутствия или сверхъестественного его действия, потому что по различным причинам или мы не хотим слышать, или мы не слышим, или мы отказываемся выполнять ту миссию или то предназначение, которое... Или мы просто игнорируем и не ищем его так, как должно искать. Я имею в виду не вообще, когда вы неверующий, а когда вы уже верующий человек, и у вас должны быть отношения с ним. И вы не имеете этих отношений, вы не слышите. Вы готовы выполнять вот как те там, бери служение, беру, что делать? И вот это что делать продолжается вот всю его христианскую жизнь. Всю его жизнь в Господе. Я еще один случай, это свидетельство, может быть, даже не случай, как бы. Есть такой бизнесмен американский, Макферсон. И это очень знаменитая фирма, она производит спортивные луки очень высокого качества. То есть это профессионального качества, это специально для вот спортсменов. И... образ этого лука он получил во время молитвы. Бог ему показал, как сделать. И он когда сделал, и когда уже это все вот фирма стала успешной, то есть эти изделия начали продаваться, он, просто начал благодарить Бога. Бог, спасибо тебе за то, что ты дал мне это. И Бог ему, знаете, что сказал? Спасибо, что ты спросил. Это то, что он услышал. И
Вот слушая все это и вот говоря об этом отношении, каково должно быть это отношение наше к тем вещам, которые нам поручает Бог, ты скажешь: да я недостоин, или я не смогу. По-первому, насчет недостоин. Никто из нас не достоин, друзья. Никто из нас, потому что не мы его нашли, а он нашел нас. Для чего? Для того, чтобы сделать достойным его звание. Так Писание говорит, правда? Это не мои слова. Ты скажешь: я не готов. И многие так и говорят: я не готов. Вот я еще сейчас, еще мне надо какое-то время. Ты никогда не будешь готов. Вот я вот уже 20 лет выхожу на эту сцену, и каждый раз, когда я выхожу, если ты идешь действительно к Богу, вот представьте себе Иоанн, ученик любимый, который лежал у Господа на груди, да, и все говорили: что он это делает, как бы? Петр, да, что это он у тебя там прилег? А Иисус ему говорит: что тебе? Да, иди за мной. И вот он, является ему этот ангел на Патмосе, да? И он падает ниц, ему надо брать его за волосы. Встань, муж, я буду говорить с тобой. Так что это по поводу вашей готовности. Вы никогда не будете готовы, и не думаю даже, как бы вы ни выросли в Господе, никто из нас не будет готов встретиться с Ним лицом к лицу. Как он разговаривал с Моше, да? Сказано. С Илией, да? И с Моше на горе Преображения, да? Когда он преобразился в образ, да? А все такие: вау! Нам здесь хорошо. Все, мы больше никуда не пойдем. Никогда вы, друзья, не будете готовы. Вы будете расти по мере того, как вы будете делать. Когда вы соглашаетесь брать определенную ответственность за какое-то служение или за какое-то действие, и вы берете, вы делаете, вы ошибаетесь, и вы еще вас поправляют, или Господь, или служителя, и вы опять это делаете, и опять. И все время вас будет Господь поправлять. Доколе уже как бы мы не увидим таков, как Он есть. Уже в новом теле, уже нам не надо будет... Помните этот город, который спускался, да, то есть там Иерусалим, и сказано, что там уже ни солнца нету, да, потому что сам Господь освещает все, и вот там и город из сапфиров, да, из гранатов, и все это сияет, и прозрачные мосты, и золото. Это как асфальт, ты ходишь по нему. К этому всему нужно еще прийти. И я закончу местом из Писания, из книги Ездры. Это первая глава, 3-5 стих. «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева,
того Бога, который в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, и всякий, в ком возбудил Бог дух его». В ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Царь Кир, 4-й год, сидел, и вдруг ему пришло такое откровение. И он вызывает и говорит: кто пойдет, должны восстановить храм. Должны восстановить храм, потому что стены разрушены, храм разрушен, служение не действует. И немногие пошли, но сказано, в ком возбудил дух его Господь. А остальным он сказал: а остальные, вы снарядите их золотом, серебром, скотом, и все, и чтобы они на своем пути ни в чем не нуждались, и чтобы у них были инструменты для строительства. А еще, говорит, достаньте все эти сосуды из сокровищниц вавилонских, которые Навуходоносор утащил, и верните в храм. И я думаю, что многих из нас Бог призывает сегодня. Готовы ли вы? Достойны ли вы? Или недостойны? Или не готовы? Сегодня день этот. Идти восстанавливать то, что где-то разрушено. Эти стены, эти служения. У нас не все служения, у нас были мощные танцевальные служения, оно сейчас выглядит только так. Это не упрек. Это я говорю к тем, кого Бог призывает и говорит в сердце, которые могут делать и на праздники танцы. Мы не всегда будем в этом зале, да? Потому что Бог остальным говорит: вы снарядите. И мы видим, как Бог нас снаряжает. Правда? Мы же видим, что нам все приходит и приходит, и мы строим, и строим, и строим. Но рук, к сожалению, не всегда хватает. Вот будем делать уборку тоже. Бог призывает идти восстанавливать храм, наводить порядок. И как тогда Бог вывел из плена, из рабства этих людей и послал на служение для того, чтобы они восстановили это служение. Так и сегодня нас Бог вывел из этого рабства. Не мы его искали, да? Он нас нашел. Он нас вывел, избавил от этого греха, искупил нас. Для чего? Для того, чтобы мы пришли и строили. Даже не этот дом, а его царство. Кто хочет видеть чудеса Божьи, сверхъестественные?
тогда возьмите свой крест и идите за ним. Как он сказал Петру: что тебе, иди за мной, не смотрите на других. Берите то, что вам предназначено, свое, и идите за ним. И я вам больше скажу, на этом пути все ваши благословения, все до единого. А Бог, Он богат на благословения, и у Него есть для каждого они приготовлены. Потому что Он, помните, что Он сказал? Перед этим Он говорил: идите и приготовьте место, где нам есть Пасху. А дальше, помните, что Он, уходя, говорил? Иоанна. Ой, я, наверное, не... Короче, послание Иоанна, да? У Отца Моего Небесного обителей много, а если не так, то я пойду. Для чего? Для кого? Для вас. Друзья, Он там сейчас готовит нам место, а мы здесь для Него. И это Он не называет вас рабами, Он называет вас друзьями, соработниками. Не так, как вам относятся на работе шеф и подчиненный. Нет. Он говорит: друзья. Аминь. Давайте поднимемся, и во время, может быть, я хочу просто спеть, поклониться Ему. А, Васин, ты можешь вызывать людей во время поклонения и просто молиться за них. Даже...